Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Меня Эрджан. Эрджан, сколько вам лет? Полных 22. В каком городе вы живете? Кыргызстан, город Бишкек. Что вы нам хотите показать? Спеть. А почему вы начали петь? Многие начали говорить, то, что тембр классный, голос классный. Ну, мы вам желаем удачи. Спасибо. Ну что, готовы? Да. Вперед! Проблемы, муки, нам жали руки, запрещали быть честными. Так хотели, чтоб тесно, но мы в любовь упали. Когда бит ударил, дарил, и столько мне сил уносило, там били волны дикие. Был тобой убит я, было место дикое, yeah. И незаметно дикая, падаю в год. Неужели сон остановились, и в него несон нас не поймали, yeah. И мы в любовь упали. Споем еще. Нас не поймали, и мы в любовь упали. Споем еще. Нас не поймали, и мы в любовь упали. Когда упали в любовь и ударились в танцы, yeah, yeah. Упали в любовь и ударились в танцы. Не поймали, кто не понял. Не поймали, ливни. Не поймали, кто их нанял. Облака ленивые. Шикарно поете, вы очень красиво поете, у вас очень красивый тембр голоса. Спасибо. Ну что, послушаем мнение моих коллег? Да. Ермолат. Голос просто прекрасный. Молодец. Спасибо. К сожалению, мне как раз очень сильно не хватило выражения тобой эмоций. Может быть, над этим стоит поработать. Да, вот коллеги заметили, что голос у вас все хорошо, да, но при этом вы немножечко зажатый. Вы... Волновался. Да, и вот мне не хватило эмоций в этой песне. То есть, когда мы слышим оригинал, там эмоции прям зашкаливают. А вы себя чуть-чуть сдерживали. Я вижу, что вы можете. Вы в первый раз на большой сцене выступаете. Да. Это круто, он очень красиво держится. Да. Ну что, голосуем? Я говорю «да». Спасибо. Мы говорим «да». Спасибо. Я думаю, что, например, в третьем сезоне у тебя все будет хорошо, но сегодня я говорю «нет». Мой ответ «да». Спасибо. Я в вас верю. У вас три «да», а то «нет», вы проходите следующий тур. Спасибо. Удачи! Он прям идет, я чувствую его, этот, он такой, не верит вот этот вот момент. Да, ситуация.